Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко, и сегодня мы напишем пейзаж простенький. И опять-таки будем использовать интересную технику. И мы будем писать все губкой. Это кухонная губка. У меня здесь это пейна серая, это ультрамарин немного, это черная и белила. Сейчас уже набираю только белила. Растушевка.
Нет, еще не все высохло. Но здесь высохло. И я хочу здесь сделать ровненько, как если мы, значит, продолжаем дальше губкой. Я приклею малярный скотч сюда и тогда немножечко пройдусь губкой. Итак, продолжаю. Набираю беленькую. Мне хочется белой, так как здесь уже есть синяя и губка все еще влажная. Сюда немножечко так белая, но она будет голубое. Вот она практически, видите, идет красивый голубой. Вот такие хорошие. Смотрите, какие интересные получаются, да? Здесь даже все само получается. Такие нависают хорошие такие облака. Беленькая где-то еще может быть. Может быть, где-то подправить форму. И хорошая растушевка. Смотрите. Очень хорошая растушевка. Эффект масла. Обратите внимание, да? Главное, чтобы слой был сухим. Предыдущий слой, да, это важно. И то вы снимете до холста. И у вас будет там проплешина. Что будет не очень приятно. О, видите, чуть ли не получилось у меня само это проплешина. Здесь важно знать, когда остановиться. Потеряла темный. Приношу опять. Не волнуемся. Так, ну, в общем-то, опять-таки, принцип вам ясен. Потому что здесь можно играть долго. Я, допустим, сейчас на этом этапе остановлюсь. И сразу убираю, чтобы не присохло. Вот оно там. Должно быть потемнее немножко. Но так как вдалеке, так все это все растворяется хорошо. Там, где горизонт, допустим, да, отсюда немножечко выходит. И это все жидко. Потом это поближе уже сюда у нас будет. Да, и чуть не забыла сказать. Вот я сейчас это делаю. Лучше, если морем будете заниматься, когда здесь еще ничего и нет вообще. Видите, это потемнее. Так, ну это уже у нас пойдет еще потемнее кисточкой. Можно, конечно же, и губкой. Здесь сделаем немножечко потемнее. Так, ну пускай все это высохнет. Так, смотрите, у меня все высохло. Я вот сейчас пальчиком вот там, где у меня горизонта. Если у вас хорошо получилось, то и хорошо. Если нет, то вот так вот пальчиком я сейчас создам белые облака немножечко. У горизонта убираем все тот же пену. Сюда я захожу. Так что если у вас не были горы пририсованы, и очень даже хорошо. Вот видите, вот такие беленькие, да, они хорошо очень даже. Ну, а скалы всегда бьются, правда же? Там потом чуть-чуть добавим еще туда. Так, волны туда накатывают. Вот так вот.
перспективу не забываем. Там уже они поменьше. Вот так водичка сюда тогда набежит. По ходу меняю сюжет. Погода меняется. И у меня тут тоже все меняется. Просто то, что у меня на губке, я приношу сюда сделать немножко другого цвета. Ну, там просто получается какая-то текстура. Так, вот буквально капля желтого. Это растительность на этой горе. Сейчас последнее. Вот сейчас принесу сюда брызги немножко. Все равно щетинкой любой набираю. Обязательно где-то сначала попробовала. И мне надо обязательно, чтобы она вот так вот здесь. Ну, так, допустим, несколько птичек. Можно парусник, можно рыбацкое судно. Также, допустим, здесь можно тоже поиграться еще. Допустим, под волной принести потемнее где-то. Смотрите, вот такая вот работа, да? Небо губкой, море тоже губкой, зелень тоже. В общем, все легко, быстро. Спасибо, что посмотрели мое видео. Пожалуйста, пишите в комментариях, что вы думаете. В общем, мне очень интересно ваше мнение. Пишите, делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорого. Пока-пока.